Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, и перевернулся к Кэше. Это очередной выпуск мод-обзора, и сегодня у нас очередной мод, а именно сегодня у нас мод под названием Doom Defense, в котором мы, не знаю, странно, не странно, но будем отбиваться от целой кучи врагов. Скажу вам честно, в этом моде есть маленькая проблема, я не знаю, докончен этот мод или нет, но в чем же все-таки его главная проблема? Дело в том, что отбиваться мы будем вот так вот, то есть от целой кучи врагов, которых мы и так хрен видим. Это, честно говоря, немного как за 100 лет мимо мозги плавится, честно говоря. Но и проблема мода также и немного в другом. Проблема мода также в том, что мы просто нихера не сможем сделать. В прямом смысле эти слова мы реально нихера не сможем сделать. Так, можем активировать сразу несколько волн. Активируем еще вторую. А в смысле нельзя будет ничего сделать. Здесь можно прокачать вот эту вот турелечку и так дальше, но... Знаете, как вы это сделаете? Никак, потому что вы вот это вот место покинуть не можете. Вы реально просто напрямую не можете вот это вот место покинуть. Я не знаю, сколько надо волн пробить для того, чтобы реально вот просто пойти, не знаю, там, для того, чтобы и прокачаться хотя бы немножко. Потому что знаете, в чем проблема? Проблема самая главная именно в том, что вы просто этого не сможете сделать. Я доходил до 20-й волны, я доходил даже до 30-й, и, ребята, после них ни хрена не идет, вы нифига не прокачаете. Тем более, я думаю, что этот дефенс будет немножко получше, потому что все-таки, если дефенс, блин, было бы реально круто, если бы мы могли взять там, не знаю, просто и поставить несколько турелей, чтобы отбивались они. Но нет, отбиваться должны только вы. Причем целая куча врагов. Так что вот так. Посмотрим также, что у нас здесь на гивол. Гиббол. Что, ни хрена нет? Да. Только нам добавляются ракеты. Хотя, ага, если мы нажмем еще на единичку, у нас будет уже два пулемета. Это уже даже будет покруче. Но у меня вопрос, какого хрена пулемет такой медленный? Что, реально? То есть он так вращается и настолько медленно стреляет, это так себе. А ну, Бурнельдер, что-то есть? Нет, это просто гантлет. Но, зато какой гантлет? Серьезно? Да ну его. Обновлен бейс, база. Так, его. Мне нужны голд. Гил. Голд. Серьезно? Нам голды не дадут, так что его. Также ни хрена не дадут. На другие кнопки также вообще ни хрена нету, если вот эти вот два. Вот это все. Вот, upgrade level. You don't have enough. Так, у нас все показывает, you don't have enough gold. Но как иметь enough gold, если мы ни хрена не можем даже прикончить здесь, реально? Мы не можем просто взять так и вернуться просто так на прошлый уровень. Это, да, и главная проблема. То ли мод недоработан, или что. Было бы классно, если бы мод добавили так, что можно поставить свои собственные турели, или что-то типа такого. Чтобы можно было просто, не знаю, взять и спокойненько прикончить целую кучу врагов с с помощью турелей, которые ваши. А не, блин, вручную из таких говняных пулеметов, которые выстреливают 0 патронов в секунду. Да. Ладно, один патрон... Не знаю, там секунду или полсекунды. Но это все равно, это так мало, честно говоря. Реально, это жопа какая-то. А это КД. А если гипстон нажмем? Нет, не дадут. Ничего. Нет, тут гипстон. Короче, я прямо сейчас вот возьму просто и добью до, не знаю, там, до 10-й. Хотя нет, давайте сразу же до 20-й волны. И посмотрим, сможем ли вернуться назад. Кстати, в этом моде работает ноу-клип довольно неплохо. Если вы видите ноу-клип, вы все-таки сможете хотя бы куда-то пойти. Есть ли то же самое место для прокачки здесь, мне интересно. Нет, никакого места для прокачки здесь нету. То есть вы хрен когда прокачаетесь. Уже 18-я волна, давайте я уже, там, не знаю, добью. Уже целая куча врагов, но даст ли это нам что-то? Нет. Потому что мы просто получаем бабло ни за что. 19-я волна. 4, 3, 2, 1. И 20-я волна. Так, сейчас мы все отправим, что за секунду. Еще раз вот.
готов после даже несколько таких поигрок. Ладно. Нормально. Давай еще. Если не шмалять. Ясно, ничего это не даст, только из этих говенных пулеметов шмалять. Да. Они хотят подыхать, или нет, когда выдыхаются, какие-то уже еще взрываются. Ладненько. Откуда вы, блин, беретесь, а? Идите. Давайте. Так, еще и ты. Давай, как я получаю уже. Просто целая куча врагов. Манго тоже появился, привет. Получил что? Его хрен да? Круто, круто. Это то, что я всегда хотел увидеть, то, как хрен так можно прикончить. Короче, собственно, голды. Вау, какая куча голды с голдовства, а? Прям никогда больше в этой игре не буду. Назовешь где-то тысячку или полтысячи, да. Вот, блядь, сколько мало скол, боссы. Выйди, мало все. Реально. Маловат. Очень маловат. Так, не получите. Почему все двигаются вот туда? Это чтобы лучше целиться в меня, наверное. И что, у нас есть целая куча голды, но это на них, на не нас. Вот это управляется, посмотрим, а? Ниоткуда, просто какой-то нулевой спаун, и все. Так, а на этом уровень заканчивается, потому что дальше ничего нету. Вы просто на одном только месте стоите и убиваете врагов. И что-то еще здесь. Не, вообще больше ничего совсем нету. Я думаю, на этом уже можно закончим этот обзор. Мы на самом деле довольно унылый, ничего в нем такого нету, и я лично ничего, по крайней мере, не вижу. Но, по сути, это все. Сам был Вас, лайк, подписывайтесь, пожалуйста, всем пока.